Я извиняюсь, но мне это еще непонятно. У меня есть собственное мнение. Что мне с ним делать в глобальном интегральном мире? Сохранять его, заботиться о нем, как пишет Бальсалам, что мы должны сохранять мнение индивидуума. То есть ты остаешься со своим, при своем мнении, и мы все на самом деле выясняем твое мнение, его, и каждого по отдельности. В чем? Потому что ваш эгоизм участвует в построении любви. И таким образом мы способны принять всех. Тысячи разных видов, в тысячи направлений, и все войдут. И выяснится в любви, потому что любовь приходит уже свыше, третья сила. Когда мы говорим подняться над собой, подняться, объединиться над всеми различиями, это значит, что мы объединяем все наши различия в нечто единое. Отдача выше знания. То есть это напоминает салат, о котором говорит Раба, что есть совмещение разных продуктов, дает какой-то совсем иной вкус.